6 апреля у нас ведется выдача продуктовых наборов в общеобразовательных учреждениях Кулаковского муниципального района. Продуктовый набор у нас состоит из 5 продуктов. Это крупа рисовая, гречневая или пшено, килограмм, макаронные изделия полкило, сахар-песок килограмм, вафельный батончик, песок 0,2 литра пакетик. В общей стоимости на 174 рубля. Вы озвучили состав сулов пайка, положенный для льготных категорий шпринг, сумму. Вот интересно, из чего эта сумма сложилась, 174 рубля? Это разовая ли это будет акция или несколько раз? Значит, это сумма экономии. Я на прошлой пресс-конференции об этом говорил. Это сумма экономии за январь, февраль, март месяц, на 1, условно говоря, апреля, порядка 800 с небольшим тысяч рублей, там 804 тысячи рублей, которая сложилась, поделенная на 4770 льготников, которые у нас имеются. На льготниках положено 26 рублей. Даже 260 рублей – это 10 дней всего лишь, 10 школьных дней. Почему 174 у нас с января, а при 1 апреля дети беспрерывно ходили в школу, сумма не бьется? Вот. Нет, дети не ходили все это время в школу. Если вы помните, то у нас кто-то не ходил в школу. Выбрали каждого льготника, который не приходил в школу. Он или болел. Потом у нас были внеплановые при остановке учебы. То есть это все дни, которые сложились. Я об этом и говорю, Александр Александрович. Я об этом и говорю, что этих дней не учебных было очень много. А вы, получается, за расчеты делаете, ну, даже 10 дней нет, получается. Может быть, не добавил региональный бюджет, вот я к этому клоню, то есть не в полном объеме выделил средства на питание льготников? Нет, это идет именно из... Все средства здесь выделены были, региональный бюджет выделяет безоговорочно все средства. Это экономия, поверьте, все эти данные, которые были высчитаны в рамках экономии нашего управления образованием, были перепроверены Министерством образования. Если вдруг у нас какие-то цифры здесь вывалятся не точные, то с нас спросят за это. Мы сейчас выберем еще более досконально. Но в Ютубе уже появились, я объясню почему. Я видел распаковку в других регионах, областях, вот этого сулпайка в коробке. Там несквит, там шоколад, там, ну, шоколад нет, но достаточно такой серьезный пакет приходит к семье, и они, я вижу, что семья там в своих эмоциях даже довольна вылетела. А вы озвучили килограмм сахара, он хороший, и 174 рублей. И всего лишь 10 дней нахождения ученика в школе, это уже 260 рублей. А вы озвучили январь, февраль, март, и в итоге 260 никак не набралось. Если у вас есть более конкретный тогда вопрос, чтобы здесь цепляться за каждый рубль и досконально дойти, я готов вам ответить на ваш вопрос официально или со стороны Калининой, откуда сложилась эта экономия, с какой период, каким образом она сложилась по каждому льготнику, который не пришел, и как она разделилась. Хорошо.